Это произошло в одном из районов Большого Лос-Анджелеса, где новенький Genesis F80 упал под откос и перевернулся. Звезде гольфа Тайгеру Вудсу повезло остаться в живых. Автомобиль, в котором находился только он один, спортсмен получил настолько серьезное повреждение, что сотрудникам пожарной службы пришлось буквально вырезать Вудса из обломков при помощи спецоборудования. Я заговорил с ним и спросил, как его зовут. Он мне ответил, что его зовут Тайгер. И в этот момент я сразу узнал его. Мистер Вудс не мог стоять самостоятельно. Тайгер Вудс ехал с повышенной скоростью и, спускаясь с холма, не вписался в поворот. А там такие случаи происходят довольно часто.